Ну, я всех приветствую. Меня зовут Виталий. Опять растения против зомби, герои. Сейчас мы будем играть с подписчиком. Ждем, пока зайдет. Написал, что вроде бы как. Ой, спать уже охота. Я тут все подготовки к зиме, к Новому году. Так, ну что, мы сейчас с вами. Я вам сейчас покажу, как я купил новых героев, собственно. А потом пойдет игра с подписчиком. Собственно говоря, в принципе, ничего. Ну, то есть, получается, как наоборот. То есть, я на самом деле сначала играл с подписчиком, потом покупал их, но. В общем, да. В общем, такая ерунда. Давайте сначала смотрим самое интересное, а потом будет. Ну, для кого что. Фон, алло, слышно меня? Да, слышно. Йо, здравствуйте, говорю, зовут как вас? Роман. А, Роман. Ну что, кидай, Роман. Далее. Все, кинул. Ждем, ждем. Все, понеслась. Я смотрел твои выпуски. У тебя есть Нептуниш, там Заморож, еще кто-то. Да, есть такие. Но сейчас будет другой. Так. Этого я купил за 750 алмазов. Кого-кого? Тройного кулака этого. Я тоже сейчас купил. Думаю, зрители уже видели. Точнее, когда этот выпуск выйдет, они увидят, что я там купил, как, чего. Но у меня этого так и нету, зеленого. Я вот сколько пытаюсь, что-то у меня не выпадает вообще. А у тебя есть этот пенек горящий? Капитан Огонек есть? Нет, нету. Вот этого нету и огонька нету. Не везет мне на них. А я предпочитаю покупать гарантию. Уже не знаешь, выпадет. Ну, понятное дело, да. Ну, это дорого, все равно 750, как бы. Да. Можно же 7 паков. Это если совсем уже играть нечего. Гарантия еще должна выпасть в магазине. Ее в магазине может и не быть. По-моему, на 12 декабря. Стоп, и там есть капитан Огонек, гарантия. Ну, это у тебя так выпало. Ну, дай. У всех по-разному выпадает. Угу.
А у тебя было такое, когда ты там выберешь, тебе дают выбрать героя, например, там бесячество, вот этого маленького бесенка. Я получил его, но мне его не дали. В смысле не дали? Ну я там сыграл там этих 25 битв, и мне его не дали. Просто там не дали. Не, не было. Не было. Интересно. Тут надо уже подумать, как бы тебе, чтобы тебе, кого бы тебе тут поставить. Ну, вот так вот. Угу. Ты мне сейчас парочку щитов зарядишь. Двойкой. Угу. Ну, хорошо, что не зарядил. По три. Три, два, одна. Ну да. Вот. Сейчас, наверное, этот. Что там у тебя показывает? А, не хочешь показать. Нет. Хочу сделать сюрприз. Да. Так. Это интересно. Ну, там получается 2 плюс 2 плюс 4. Ну я тебе нанесу, если у тебя щит никак не получится, тогда я тебе нанесу 5 урона. О, нет. Я немножко плоховато слышно. Ну, не услышал, что я сказал. Так. 2, 1, 1, 4. Вот так вот. Попробуй сделать мне сюрприз. Угу. Ну ты однозначно уже выиграл. Ну, вот с этим точно выиграл. К сожалению или к счастью. Ну да, прикольно, интересно было. Ну не факт, ты знаешь. Раньше было, когда вот этот блок был, да, инстаблок или как он там. Ну, меня тут сверлят вообще, жесть. Я не знаю, как я в выпуске буду. Сверлят кто-то сверху. Да. Слышу еще как. Слышно, да? Да. Ну, тебе слышно, а людям слышно не будет. У меня тут специальная штука стоит. Понятненько. Да, теперь ты... Давай я теперь за зомби. Давай. Ну, кидай тоже мне с этот... Ну, тут кто-то что-то мне уже написал. Вас очень много. Вы очень много кидаете. У меня нет времени со всеми играть, поэтому пишите в скайпе, договариваемся в скайпе. Вот с человеком договорились в скайпе, вот играем. Все хорошо. Ну, кидайте в ВК, я вам тогда в ВК буду писать там как-то что-то. Так, интересно. Сейчас посмотрим. Я тут просто новую колоду собрал, еще не играл. Наверное, попробую ей. Ну, протестишь. Очень, да, очень интересно. Просто я тут в последнем открытии же две кукурузы. Когда 5000 паков открыл. 5000 паков опять? 5000 гемов открыл. А? И ничего полезного. Один какой-то жалкий герой. Да, вот за 5000 вообще героев ни хрена не дали. Я разочарован был, просто, да. Ну, как бы, сейчас вообще выпадает плохо. От начала, когда игра была, когда только начинал, героев давали, с 5 паков можно было героя себе. Ну да, я там смотрел твои выпуски, где тебе там давали ночного колпака, еще кого-то там, профессора тебе давали. Ну, это на старом аккаунте, да. Понятненько. А ты будешь когда-нибудь устраивать стримы? Да, стримы будут, но чуть попозже. Я думаю, часов на 6 стрим будет или на 5. В зависимости. Просто сейчас люди набираются немного, подписчики, и будет с кем, как говорится, играть там. Просто с одним и тем же человеком тоже неинтересно играть. Ну, стрим. Ну, не то, что прям скучно, но хотелось бы, да, там. Все, кто кидают, все на стрим скоро. Я думаю, после Нового года будет стрим. Может быть, даже там 2 числа где-то. Я просто посмотрю там, когда сейчас. Второй это понедельник. Не, скорее всего, 3 во вторник. Я просто в понедельник работаю. Так. Вот эта штука очень интересная. Она. Вообще вот эти вот интересная механика, да, что
когда после шестого хода они там начинают вырастать или что-то дают. Нет, это если ты ее ставишь на шестом ходу, она добавляется 1-1. А если ты ее поставишь там на шестом, ой, на пятом, на пятом, и она там продержится до шестого, она не вырастет. Ну, не вырастет, но опять же, если она приходит тут на шестой ход, то она уже, да. А, ну тут это очень опасная штука, я знаю. Это я когда против компьютера играю, сразу нахрен. Ее надо сразу убивать, иначе там начнется. Я потом, как она вырастет, потом только грибочками убивать. Ой, читерская способность. А представляешь, на 40-й уровень, да, который последняя миссия, там он каждый ход эту юзает, вот эту штуку. Да, я сражался. Да вообще офигеть. Я не знаю, что поставить. Нет, не буду ничего делать. Ха-ха. Ну ладно, я тоже подожду. Мне спешить некуда. Там вот из этого чувака такая стратегия. Там очень много карт. Ну да, да. Вот это вот другого карта выпала. Там надо ждать. Ну тут тоже у меня колода такая же на ожидание. Так, видишь, у тебя там на трюках все сделано, вот в чем дело. Поэтому особо ждать смысла большого нет. Угу. Блин, даже не знаю. 4, да? Не, я подожду еще. Тут еще. Профессор, вот сколько я играл, да, в рейтинге, очень редко его выиграю. Ну, там, если люди собирают, да, колоду, вот у меня его нет. Просто я им плохо играю, потому что я не знаю, что он там, куда. Ну да, вот комба идет такая. 1-1 плюс 3-1. Сейчас еще какую-нибудь маленькую можно поставить за единичку. Да. Да, но есть вот такая вот штука. И она полностью убивает всю эту комбу. К сожалению. Это, скажи, имбовая вещь? Да нет, не имбовая. Ее, она один урона. То есть она рассчитана как раз на тех, на вот этих маленьких. То есть это надо... Ну да, вот так вот. И 3-2 опять стоит, видишь? Да, 3-2 теперь будет мне начесывать лицо. Ой, еще и карта выпала. Даже не знаю, что поставить. Ой, столько всего, глаза разбегаются, да? Аж целых 7 карт. Все, вот. Ну да. А что ты посередине не поставил? Она же по бокам. Если я ее убью, она же по бокам этих двух поставит. Да, вот... Ее выгоднее было бы посередине поставить. Да, или вообще возле воды можно было поставить. Так появятся морячки эти на воде, и вода будет закрыта. Вот сейчас бы, если убил, у тебя получается справа бы уже бы две штуки стояло. Сейчас 4-3 в итоге. Вырос бы был бы не 5-4, а уже 6-5. А, ты же забыл брать эту комбурку, я ж не знал. Так. Так, так, так. Ну, давайте прикроем задницу немножечко. О, чуть-чуть это совсем. Вот это так, это у тебя уже вторая пошла, да? Это второй, да-да-да. У тебя еще два, получается, там в колоде может быть. Таких вырастальщика. О, еще один. Так, ну тут ясно. Тут я вижу у себя, что я сейчас могу сделать. Если так уберешь, так уберешь, у тебя еще 3 года. Угу, угу. Да, так, ну 7-4 я не переживаю по поводу 7-4 вообще. А что может заблокироваться? Потому что сейчас заряд пойдет и все. А 2-3 я прикрою вот этой штукой. И все. И поехали дальше. Ой, так еще и карта. Да, так, а сколько тут? Ага. Так, это у тебя останется, мы сделаем вот так. У тебя, чтобы линий было поменьше. У тебя в итоге сейчас будут все 3 линии заняты, и ты поставишь только одну карту. Так что тут все не просто так. Продумано.
А есть такой же, вот он, кстати, довольно имбовый. Это который с бессмертием. Там у него поменьше жизни, но у него на первом ходу бессмертие, который в ящике в этом мусорном. Вот вообще его тяжело с ним бороться. Так. Ага. 4 оставил, да? Там у тебя кура, небось. Вот я не люблю курей. Такая хрень. Да, ставишь кучу грибов и за 4 маны, оп, все поле очистил. Куры, куры. Что же делать с курями? Так, наверное, ничего делать мы не будем. Мы сейчас уберем вот этого вырастальщика. Он мне надоел очень сильно. Да, и потерпим чуть-чуть. Там у тебя, наверное, еще один валяется. Нет. И курей уже невыгодно ставить. Все. А у меня тут сейчас будет щиток заряжаться. 11. Ну понятно. Там у тебя, наверное, портал. Я знаю, это ж не раз. Портал — это очень неприятно. Так, 6, да? 2, 1, 2, 1, 3, 4, 6, 4, 7, 8, 9. Наверное, мы сделаем вот так и еще вот так. Ну да, но она-то все равно тебе нанесет 6 урона. Вот в чем прикол. Вот не будет ее. Знаешь, такая, если постоянно, я сейчас еще выставлю, еще у тебя получается. Ты ее убиваешь, она тебе еще 6. В итоге 4 раза поставил, и герой умер. Да, ну довольно мощная. Но не выпадает. Вот, это вот одна карта у меня была, ее у меня больше нет. В этом самом. О, вот это самое классное. На первый ход, когда выпадает вот эта штука. Сколько она? 2 урона. Да. Выпадает, когда вот эта штука на первый ход. Очень классно. Она солнце дает. Считай вообще. Так, ну тут... Что у тебя будет скоро кукуруза? Ну, да, есть у меня тут и кукуруза, не переживай. Так что кукурузу надо выставлять. Я ее хоть увижу, как она работает. Это я еще даже не видел. О, прикольно. Ну, кстати, херню дала всякую, на самом деле. Чисто все. Слушай, она дает и на водное растение, да, дает? Да, интересно. Она дарче легендарного этого цукини, который себя в один раз превращает. Жесть. Да. Ну, мне надо вот так вот сделать. Ну, давай там, что там у тебя? А, еще одна. Уничтожалка. Да. Ну, этот вырастет зато. Тут получается, в принципе, останутся живые только двое. Да почему тебе так мало время дают на ход? Это специально, чтобы не это, не чтобы не выпендривался. Так. Я его прикончу. А он все равно вырастает и вырастает. Это вырастает. Так. Так. Давай что-нибудь ходи, что ты там трюками меня закидываешь. Так, ладно, я понял. 3-3, да? Это очень интересно. 3-3, 3-5. 5 плюс 2. Ну, наверное, мы вот так сделаем. Еще вот так. Вот так. Еще 3 урона. Он переживет. Так. Этот, но если ты ему дашь жизни, он переживет. Мы ему сделаем так. Он наносит. Так. Рояль. Ну, у тебя один вот так остался. Повезло. Если левого бы убил бы. Не повезло бы. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что-нибудь придумаем. Что-нибудь интересное. Мало зомби у тебя мало. Надо, чтобы было побольше. Так. А вот как вот с этим быть, я не знаю.
Так, 5-4, этот сколько? 2, да, это получается вот так вот и он умрет, получается, да? Ну да. Надеюсь, у тебя там курей больше нет, это надоело уже. Сколько можно курей? Много слишком курей. Нужно меньше, меньше, меньше курей надо. Меньше курочек. 2-3, ну да. Смотри, у тебя даже на профессоре вообще карты заканчиваться не должны. Представляешь, я у тебя все карты отобрал практически. У тебя последние карты сейчас на топ-деках осталось жить только. Ну, конечно, да, как обычно. Все блоки мне выдрало. Next door, ну, наверное, давай тебе next door сделаем. Вот так вот. А все, я больше все равно ничего не могу сделать. Так что давай выставляй, что там есть. Ничего? Ну, тут тогда вариантов. Хотя, может быть, сейчас что-нибудь зарядится, да? А, да, последний не зарядился. Смотри, 1-1. Ах, сколько жизни? 2-1. Но у тебя будет, но у тебя щит есть. А у меня ничего нету. Давай сейчас легендарку за 2 какую-нибудь. Ну, 2-2. Неинтересно. Мало. Ой-ой-ой. А чё ж она не умерла? А, потому что я 3-1 походил, зарядил щит, да? А. Ну ладно. Чё там у тебя? Давай, покажи уже, что есть. Чё, и все? 14 же мозгов. Ой, слушай, ну если там какой-нибудь этот с прочерком, то, конечно, я уже продул. Гробоеда у этого нету, у подсолнуха, поэтому гроб сожрать вариантов нет. Тут единственный вариант только такой. О, без прочерка. Интересно. Так, а смысл? 3-1 сейчас все равно тебе ударит. А, ну если ты убьешь, ну да. А что, там не было что помощнее поставить? А, вот, бонус атак. Понятно, вариантов нет. Смотри. Да. Надо было по мине. По мине. А, там нельзя. Там, по-моему, только по растению, да, можно. Да. Ты сейчас, который ударял, ты ж не мог по мне, да, ударить? Ну да. Смотри, когда тютелька в тютельку шли. Интересно, интересно. Даже не знаю. А я даже не знаю, больше для кого лучше дальше сыграть. Ну давай, ладно. Я сейчас тут, мне надо сейчас тут пройти за зомби миссию. Как раз у меня по времени по это. А еще тогда поиграем в будущем. Хорошо. Что еще? Вот этим вот я. Давай посмотрим. Попробуем. Ладно, сыграю я. Потому что не нравится, только у него другая колода. А, тут мне, кстати, Спиру кинул, это не ты кинул, это кто-то другой, да? Нет, у меня не кинул. Ну давай, он мне долго, кстати, кидал когда-то. Ну, спасибо тебе. Это ты? Не ты, Спиру, да, не ты. Ну все. Ну тогда мы сейчас еще с этим человеком сыграем. Он уже давно мне кидает просто. Видимо, там переживает. Давай, спасибо. Угу, пока. Ну вот такая вот ерунда. Посмотрим сейчас. Так. Спирал давно мне кидает. У меня все время на это, на него времени нет. Он кидает как раз тогда, когда. Ага. Не. Нет. Ну, что-то запись прекратилась. Так. Все, восстановил. Вот так. Все. Не успеваю. Так, пусть он там бустится, в принципе, 1-3. Надо было поставить сюда, ну ладно, хрен с ним. Протупил немного, протупил. Потому что тут восстанавливал запись. Запись что-то оборвалась, наверное, из-за того, что скайп повесил. Такое тоже бывает.
Ну давай, 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 давай. Так, а чё? А, ну я звук возвращаю немножечко, потому что человека не было слышно. Тан-тан-тан-тан. Тун-тун-тун. Консит. Консит, до свидания. Давай, ходи, ходи. Пирал вот с самого начала мне кидает. Но он, кстати, хорошо. Мне что нравится, да? Он кинул один раз, я ему не смог ответить или там не ответил. Он больше не достает. То есть не начинает кидать человек там что-то. Ой, давай, давай больше, давай там чего-то. А то есть тут некоторые, которые кидают, 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 кидают. Мне даже одного удалить пришлось из друзей. Разные люди, разные. И люди, и взрослые, и невзрослые. Так. Всё. Это что-то я тупил, да? А, или он тупил. Или у меня интернет тупил. Наверное, я тупил. Немножко протупил. Что там, бонус атака есть? А, 2-3 ты поставил, да? Ну давай. Видите, что? Надо было все. Надо было единичку, но мне морозить нечем. Вот в чем прикол. Проблема в том, что мне нечем морозить. То бы я бы раскачал бы 1-1. С удовольствием. Но мне просто нечем замораживать. А сейчас я могу 3-3 грохнуть, а 3-1 останется. А мы еще подождем чуть-чуть. Да. 3-1 останется живой, 1-3, до свидания. Это комба у него типа была, я понял. То есть они два, они бы два бафали друг друга. Этот бы нанес, а этот бафнулся. Тут они все разбафываются, когда с этой комбой играешь. Еще одного такого поставить, они вообще тут друг друга будут наяривать. Не будешь успевать. А, это гробовщик, ну сейчас, наверное, еще гроб поставит. Ну, да. Гробовщик поставит гроб. Блин, у него 4 там, вот в чем косяк. Он не может 2-2 грохнуть. Я бы сейчас поставил 2-2 сюда. Хрен его знает, что там за гроб, кстати говоря. Так, 1, 2, 3, 4. Я могу гробовщика грохнуть. Чтобы он тут не выращивал всяких дебилов. Так, поставить, наверное, так, 2-1, 3-1. Грохнем вот этого. Грохнем вот этого и грохнем вот этого. 1-3 там, да. Они сейчас двух. Я же говорю, вот этих выставляешь кучу и все, начинается. Проблемы. Еще сейчас бонусная атака будет у него за двушку. Ну, это агроколода, я знаю, ее как-то видел, агроколоду. Ну, не знаю, на самом деле, агро или нет. Может, ему просто так зашло. Тут комментировать очень тяжело. Скажу вам так. Сейчас они понаяривают друг друга. Тут вообще охренеешь. Видите, сейчас они еще друг друга. Возможно, этого-то мы убьем. И этого тоже. Ну, 3-3 еще грохнуть можно будет, если заморозка придет. А вот капля. Ну, капля на 6-м ходу. Минус 2-2. Хрень, конечно. Ну, хоть что-то. Давай, все, капля. Видите, идем тютелька в тютельку пока что. Идем тютелька в тютельку. Тютелька. Бонус атака. Ну да, это сейчас он 2-2 станет еще. Это, кстати, дорого. А, ну 3-1 он грохнул. Ясно, ясно. Из-за этого 2-2. Ага. Ну, портал. Портал тоже читерская хрень. Видите, есть тут в игре есть очень мощные карты. То есть карты, на которых держится не то чтобы прям вся игра, да, а вот они просто очень мощные. То есть дают очень сильный темп. Если их. Не знаю, кстати, заморозчик припер, да? А кто там у него, интересно, за этой хренью? Так, ну 5-2, видите, что плохо, 5-2 сюда поставить нельзя. Почему нельзя? Потому что заряд щита. То есть 5 урона идет поссать. Ну ладно, что, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, все выдровываем. Ничего нам не пришло. Вообще.
Выдровываем все подряд, все, что можем. Да, случайная хрень, 2-3. А что он его тогда поставил? А, он через портал его поставил. Из-за этого он, да. 6-5 чоппер. 6-5 чоппер, это серьезно, да. И плюс 2-3 сейчас ему халявную штучку даст. Смертельного, все становятся смертельными. Да. Видите, из-за того, что этот, ну, в любом случае заряжает. В любом случае заряжает. А, у меня всего лишь уничтожитель ссаный. В принципе, я могу не переживать, потому что 6-3 мне заряд даст. И он это должен понимать. По идее. Ну, думает, посмотрим, посмотрим. Уже 8-й ход. У меня пока что только уничтожитель. Он сейчас... Проблема этих уничтожений... Вообще проблема гробов в том, что я их не могу сейчас ничего с ними сделать. То есть он поставил этот гроб, я сосу. Вот он поставил гробы, и что мне делать, хер его знает. В итоге вот эти два растения у меня уже мертвы изначально. Ну 6-3 меня даванет. Чё я могу поставить? Ничего. Кабачок на голову ему могу кинуть. Сама почему нельзя кабачок кинуть этому самому герою на голову? Все зомби могут получать, что хочешь. А вот 7-4 мне ничего не сделает. Да. Ну что, я только этих могу в козу превращать. Ну ладно. 7-4 в козу пойдет превратиться. Свободен, значит. Ну, морозилка. Морозилка очень хорошо. Люблю морозилку. О, чувачок с морозилкой. Че, будем терпеть 7 урона или как? Да, там рандомный зомби появится, да. А что там у него за 3 может быть? На, посмотрим, что он там. Посмотрим, что выставить. 7-1 сдохнет, 1-1, 4-4 тоже сдохнет. Ну, смотрим, что за 3. Что у тебя есть? Дравая 3, дравая 2 карты. Ну, не так страшно, как могло бы быть. Что за 3 есть очень мощные штуковины. Эта штуковина по факту убьет сейчас этого. Тут 2-2 курица. Должна была быть замороженной, но, к сожалению, мороженая курица — это деликатес. Деликатес. Блин, нам надо его как-то грохнуть. 2-2. Можно, если курица убежит налево, будет неплохо. Да. Хреновые карты у нас заходят. У нас в колоде столько классных карт. Видишь, курица убежала в жопу. Да, я пятерку оставляю, потому что... Да, зомби делает бонусную атаку. Ну что, ты сделаешь сам бонусную атаку. Молодец. Он еще одну бонусную. Бонусных, больше бонусных атак. Да, человек-локирок называется. Ну, локирок чем? Видите, все идеально. Идеальные заходы на все. То есть, ну, в принципе, агро получается с дровом, да. То есть, дроваешь, дроваешь, агро, дроваешь, повторяешь, дроваешь. Да. Сейчас меня двойка зарядит, это уже особо мне. Эту 2-1. Курицу можно нахрен. Не, надо первую удалять, потому что тут очередь идет. Чем левее надо бить. Видишь, никого. Никого вообще. Могу дровнуть карту только. Ну, сейчас дровнем. Полечимся, дровнем. Давай. Дровнем, лечимся. Лечимся, дровнем. Как эти гробы задолбали, конечно, жесть. Заморозка. Уничтожить, заморозить. Уничтожалки надо тратить на больших и серьезных тварей. А не на вот этих. Можно 2-2 мы заморозить. А вдруг что придет? 9. Этот сейчас ходить не будет. Ходим, смотрим, ждем. Ну, собственно, вот чего я и думал. Ну, переместилась, ну, ударила. 5 урона, в принципе. Если сейчас бонусная атака будет, вот если ему пришла бонусная атака, это локирок вообще.
Это вообще жестяк. Ну ничего, ничего, бывает и такое. Не каждый день же на улице праздник, да? 3 урона мне обеспечено. Но нет. Я могу, кстати, его грохнуть. А могу грохнуть самого, но он прикроется. А если будет бонус на атаку, он на него долбанет, он разморозится. Да, а тут 4 урона уже справа, да? Но они могут мне заряд зарядить. 3, 5, 6. Мы сейчас можем все заморозить. Хорошо бы было заморозить, скажу честно, на будущее просто. И вот так мы делаем. Просто это чтобы выжить уже. Бонусная атака и до свидания. Причем бонусную атаку ему на 3-шку надо ставить. Тогда он еще может что-то выиграет. А так не выиграет он. Ну вот он, как повезет сейчас с этим самым. С 2-3. Да, ну видите, не повезло. Ну ничего не поделаешь. Спасибо, Спирал, за челлендж. Вот. Такой предновогодний. Так что всем удачи. Я ему напишу спасибо. Ну что, на Новый год, ровно 31 числа. О, Спирал что-то написал. Мы пройдем миссию за зомби, самую жопистую миссию. Это вообще какая-то хрень, а не миссия. Жестяк какой-то вообще. Это, короче, чисто на крыше тут, в общем-то. Тут все, короче, тут все крыша. Все 5 линий крыша. И с первого хода они сразу растения получают 1+1. Все любые. Хоть пенек он там поставил, хоть что он там ставит. Жесть, я еле дошел. Я не знаю, как я буду побеждать. Буду пробовать йети, наверное. Может и не йети, не знаю. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там, как обычно, делайте все хорошие вещи, я буду вам очень благодарен. Вы очень этим поможете, и очень, я очень ценю такие вещи. Реально, некоторые видео иногда, вот есть люди там делятся, да, видео, иногда видео простреливает там по 1000 просмотров, да, и подписчики идут, находят как-то, ну, очень помогаете. Так что всем удачи, всем спасибо.